Здравствуйте, я Петрова Марина, заслуженная артистка, воздушная гимнастка. Проработала в цирке 30 лет, 20 лет в Союзе. Так вот, за 20 лет Союза он работал, ну так, ни шатко, ни валко. Но должна отметить, что последние 4 года, когда Союзом стала заниматься Яна Шевченко, наконец в Союзе забурлила жизнь. Я думаю, меня поддержат все. Все. Да. Нас стали лечить, нас стали вывозить на море. То есть на нас стали обращать внимание. Я считаю, что если кто и должен руководить дальше Союзом, то это должна быть Яна Шевченко, а не кто-либо другой. Вот все, что я хотела сказать.